больше всего я жалею о двух вещах. О том, что когда-то начал курить, и о том, что потом бросил. А я сейчас объясню. Ведь от курения вред же гораздо больше, чем просто от курения. Когда курил, вред был от самого курения и от того, что переживал, что курю. Еще неизвестно, от чего больше. Сейчас бросил. Переживаю, что не курю. Я же любил курить, мне хочется. А еще переживаю, что не выдержу и опять закурю. Какой тогда смысл был, что столько не курил?